Что нам известно о дождевых червях, кроме того, что их используют в рыбалке или в удобрении почвы? Для нас их работа остается незамеченной, но их труды имеют большое влияние на почву и климат в целом. Деятельность этих существ способствует улучшению среды обитания. Они образовывают гумус и вентилируют землю, что помогает плодородию. Больше всего черви любят влажную среду, поэтому в таких местах их популяции значительно больше. И после засухи именно они помогают восстановлению почвы. Не так давно эксперты заявили, что черви могут косвенно влиять на изменение климата и улучшение состояния почвы после длительной засухи. Не только среда обитания влияет на живые организмы, а и именно в почве живые организмы, когда обитают в ней, они могут преобразовывать ее и изменять химический состав. И вот дождевые черви такой яркий пример. Они, обитая в почве, питаются они следующим образом. Они заглатывают почву, она проходит через их пищеварительную систему, перевариваются органические вещества, но зато вышедшая через заднее отверстие проходное почва, она обогащается минеральными веществами. И тем самым, кстати, получают у нас биогумус, который продается в цветочных магазинах. Его как раз получают именно из выведенных пород дождевых червей. Ну и, соответственно, да, действительно, дождевые черви могут влиять на структуру и химический состав почвы. Дождевые черви являются длинными бескелетными животными размерами от нескольких сантиметров до нескольких метров. Они обладают сильными мышцами и гибкостью, которые используются для движения и копания туннелей. Также черви удивляют своей способностью к регенерации. Они способны восстанавливать потерянные части своего тела, что делает их устойчивыми к травмам и позволяет выживать в тяжелых условиях. Эти животные – яркий пример того, как живые организмы, обитая в почве, преобразовывают ее химический состав. Заглатывая почву с едой, дождевые черви обогащают ее минеральными веществами. У них вот эта вот способность, когда происходит процесс переваривания в вот в эту, будем называть, пищевой комок, туда проникают ферменты. Они переваривают органические вещества, всасываются переваренные частички, а вот эти часть ферментов, которые там преобразуются, они обладают вот этими вот способностью к тому, что почва обогащается минеральными веществами, которые как раз для растений минеральные вещества очень благоприятны, как удобрение, будем говорить. А здесь именно то, что сами почвенные объекты способны преобразовывать среду. Ну и таких примеров, в принципе, много, что некоторые организмы, допустим, обитая в почве, изменяют ее химический состав. На этом бывает и основано то, что, допустим, так называемый у растений севооборот. То есть, когда у нас на одном месте меняют культурные растения, потому что они высасывают одни питательные вещества, вот, потом обогащают другими, и наоборот, потом сажают одни, меняют их на другие. Вот там, где, например, горох выращивают, там после этого очень много азота в почве. Вот после этого там очень хорошо растет картошка и другие культурные растения. Черви – это уникальные животные, которые самостоятельно улучшают свою экосистему. Неоценим их вклад в формирование климатически-интеллектуальных почв посредством сокращения выброса парниковых газов. Фермеры всегда радуются при обнаружении этих обитателей, так как они являются вестниками плодородия. Кристина Нырова, Валерия Карташова, Тимур Ахметов, Универ Новости.